Всем привет, друзья! Вот такая вот задачка. Сколько треугольников вы видите на рисунке? Ну, собственно, можете уже начинать читать, а я немножко расскажу вообще про эти задачки. Эти задачки довольно легко придумываются. Можете сами там составить сборник таких головоломок, издать книжку и продавать ее где-то и грести деньги лопатой. Вот. Правда, не уверен, что будет пользоваться популярностью эту книжку, но, тем не менее, попытка не пытка, да? Эти задачки... У меня, кстати, подобная задачка на канале уже была, но с квадратами. Я вам сейчас ее нарисую. По-моему, она была какая-то вот такая вот. И... Ну, неважно, на сколько квадратов поделить. В общем, что-то типа такого. Нужно было посчитать все квадраты. По-моему, именно как раз... Вот такая вот эта задачка была, нужно было сказать, сколько квадратов на рисунке. Вот эта задачка, как мне кажется, сложнее, чем вот эта с треугольниками. Вообще, я такие задачки даю, конечно, людям, детям в школе, когда мне надо выйти куда-то, там, на две минутки в учительскую что-то забрать, или там, в общем, кто-то подошел, надо выйти. Ну, чтобы дети не галдели, не шумели, рисуем быстренько такую задачку, говорю, посчитайте треугольники. Вот, и тишина в классе, так что вот вам лайфхак, если меня смотрят учителя, как можно сделать. Причем это не только можно на математике делать или геометрии, да на любом предмете такое можно сделать. Ну да ладно, хватит болтовни, давайте считать, сколько у нас тут треугольников. Ну понятно, что вот первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой находятся быстро, да? Седьмой, вот он большой, основной. Он тоже находится быстро. Так, записываем. 7. Потом вот это вот у нас 8 и 9, да? То есть уже у нас их 9. Теперь следим за руками. 10 и 11, так? Уже 11. Так, все мы назвали? Все или не все? Давайте думать. Давайте синим обведем. Еще у нас тут на самом деле есть два треугольника. Вот они большие. 12 и 13. Вот у нас получается 13 треугольников тут изображено. По-моему, я нигде не ошибся. По-моему, посчитали все треугольники. А сколько получилось, собственно, у вас? И прелесть этой задачки, как я люблю говорить, в том, что ее можно давать детям любого возраста. Универсальная задачка. И в первом классе дети могут досчитать до 13, да, и в 11 классе им будет недурно все-таки как-то размять мозги, а не только быть сконцентрированными, повернутыми на задачках и подготовке к ЕГЭ. Ну, собственно, на этом все. Ставим лайк, подписываемся на канал, смотрим другие мои видео, читаем статьи, ломаем головы свои.